Пожарно-спасательная служба. Хорошо, поняла. Пожарные проводят учения в детских лагерях с помощью эвакуации отдыхающих. Специалисты проверили готовность к чрезвычайной ситуации в Снежном и Энергетике. Также планируют провести эвакуацию в Северном Артеке. В ходе учений отрабатывали условное возгорание столовой и эвакуацию пострадавшего ребенка. Как отмечают пожарные, справились дети и сотрудники лагеря хорошо. Сегодня на базе детских оздоровительных лагерей поселка Снежная долина прошли плановые пожарно-тактические учения. Благодаря умелым действиям совместной администрации лагеря и пожарной части поселка Снежный, эвакуация прошла на должном уровне. В Снежном за считанные минуты все находящиеся в помещении покинули здание. В Энергетике задача была сложнее. Воспитатели не дочитались одного подростка, и пожарные начали экстренно его искать. Благодаря слаженной работе специалисты справились на должном уровне. Ребята поделились своими впечатлениями об эвакуации. Ощущение очень необычное. Такое, конечно, происходит первый раз. Если представить, что это проходит не в такой обстановке, довольно страшно, наверное. Но так довольно весело было.